Приветствую вас, друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем играть игрушку под названием Surviving the Aftermath. Обновление 3, экспедиция. Всем, друзья, приятного просмотра. Погнали! Итак, друзья, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за ваши комментарии в предыдущем видео по Surviving the Aftermath. Отдельное внимание выделим мой Bizarchic & Co. за твое замечание по поводу моей быстрой речи. Да, может быть, иногда бывает, что я слишком быстро разговариваю, ну да, такая есть у меня фишка. Ну не фишка даже, а может быть даже недостаток, не знаю, я очень быстро разговариваю. И, может быть, некоторым людям трудно довольно-таки понять. Я постараюсь, конечно, улучшить свою речь и помедленнее разговаривать, или, по крайней мере, пояснять какие-то определенные позиции и какие-то точки зрения помедленнее, чтобы вам было все понятно. Итак, друзья, сегодня... Ой, бляха, муха. Сегодня я побегал уже чуть-чуть за кадром, подсобирал науки. Сегодня будем заниматься мы... медициной, как я обещал в прошлой серии, и общепитом, да, как говорится. Ну и посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, что мы достанем семена пшеницы и подсолнуха, возможно, скорее всего. Ну, не знаю, посмотрим, как получится. Это уже не от нас зависит. Так как я постоянно мониторю торговлю, и ничего у нас такого не появляется. Все они желают семена, но никто не продает. Печально. Может быть, когда я найду в дальнейшем какое-нибудь еще поселение, они продают. Итак, ну что ж, погнали тогда. Вторая скорость, чтобы это все так медленно не происходило. Изучаем, значит, гастрономию. У нас тысяча... Может, даже можем выучить даже... Но это пока что не так уж важно. И комфортное жилье, это тоже нам не так уж важно сейчас на данной стадии. Медпункт, вот что нам надо. 800 очков еще остается. Прогноз катастрофы, ну, можно, конечно, поставить 3 дня на подготовку вместо 2, ну, стоит ли свеч, не знаю, посмотрим, может быть, что-нибудь другое откроем вместо этого. Комфортное жилье, что оно нам дает? Дом, двухэтажный дом. Ну, если это дома мы строим, если мы захотим, конечно, повысить нашу рождаемость, потому что на данной стадии, когда они живут в коммуналках, у них очень маленький процент рождаемости. Как только мы поставим дом или двухэтажный дом, они начнут размножаться как fucking кролики. Так, вот. Сохранение знания 300. У нас получается 300 очков, 800 очков. Все равно нам не хрен маринировать их. Давайте выучим прогноз погоды. Катастрофе, прогноз погоды. И тогда уже... Тут у нас обучение поваров. Это у нас не хватает очков, да. И тогда уже выучим... Ну, не знаю, контроль. Я бы хотел выучить лучше бы обучение... Вот что. Обучение поваров, так как у нас сейчас гастрономия, мельница и пекарня. Ладно, посмотрим. Надеюсь, пока что не будем использовать очки. У нас люди сейчас по всей карте разбросаны. Итак, первым делом, что мы хотим поставить... Я хочу проверить, сколько места надо под медицинскую палатку. Так как я не помню уже, сколько она занимала места. Нам, у нас нет еще ни одного могильника, потому что пока что у нас никто еще не умер. Чтобы вам убедиться, вот наша статистика, да, всего смертей 0. Пережды катастроф 5, дней прожито 65. Хорошо, это радует. Смотрите, что большой ветряк, наконец-то мы построили ветряк. Так, у нас проблемы были с деталями. Ну, не проблема, они очень медленно про... Извольте, семейные скандалы довольно громкие. Итак... К вам приходит семейная пара. Они спрашивают, есть ли вы в колонии какие-нибудь правила, регулирующие отношения родителей и детей. Мать убеждена, что детям нужно поручать работу по дому, а отец считает, что слишком малы для этого, а значит, должны наслаждаться детством. Занять сторону матери, занять сторону отца, заявить о том, что планируете дать детям образование. Игнорировать спор. Не, запланируйте, что дадим образование, так как мы построим в будущем. Так у нас детей сейчас нету. Не знаю, что они вообще возмущаются. Будем строить школы. Так, медицина, полевой госпиталь. Отлично, он как раз сюда входит. Сейчас это уничтожим. Уничтожить.
Я хочу сразу поставить несколько их. Они берут сколько? 4 энергии. Я хочу поставить 3. На всякий пожарный, друзья. Потому что всякое может случиться, блин. И здесь мы сделаем такую фишку, что я соединю дороги, да? Потому что, ну, я люблю дороги. И сразу ставим брусчатку. И везде. Потому что открыли мы улучшенные дома. У них сразу дается более мощная, ну, и удобная дорога. То бишь, быстрая, не мощная. Так, сейчас, секундочку, мы тут все наметим. Люблю я дороги. Обожаю дороги. Все обожаю обозначать. И чтобы был везде хороший проход. И все доступно и красивенько. Так, вот. Это сюда. Это сюда. Вот так. Отлично. Так, это пока что не требует никаких ресурсов. Можем изгаляться над этим делом. Сейчас мы займемся нашими специалистами. Так, все здесь есть, хорошо. Здесь тоже выкладываем мощную дорогу. Не знаю, пока что туда не пойдем. Здесь у нас, конечно, все очень так по фэншую. Так, я хочу индустриальные помещения, не то бишь, не помещения, а строения перекинуть вообще отсюда далеко, чтобы они здесь глаз не мозолили. Итак, смотрим, что у нас получается по нашим специалистам. Она направляется домой. Или даже, подожди, тут идет где-то деталь машины. Где она была? Так, это наш Валентайн. А где же машина? Где-то видел машину. Ну, да ладно, черт с ним. Пусть идет домой. Так, с тобой что мы сделаем? Мы с тобой сейчас проверим эту территорию. Не хватило? Это как так? А, все понял. Ты подсобираешь у нас еще таблеточки. А, у нас еще здесь есть очки и действия, супер. Это... Ох ты, блин. Ну все, собрали здесь, ну, так что у нас сейчас пойдет открыть территорию. Здесь у нас тоже все собрано. Так, хорошо, сажаем их. О, не сажаем, а просто введем сюда, чтобы собирали ионные таблетки. Главное, чтобы никого не просрать еще сейчас. Тоже взорвется? А, нет. Отлично. Отлично, супер. У нас есть еще 840 очков. Значит, мы можем еще изучить... где наша пища? Обучение поваров. Столовую. Мы можем создать столовую. Вот и создадим еще столовую, кстати. Столовая очень хорошая штука. Довольно-таки продуктивная. Она занимает довольно-таки много места. Вот. Потом еще теплицы, конечно, построим. Но это уже... У нас с едой вообще сейчас никаких проблем вообще нету. Так, столовую я хочу поставить где-то сюда. Так, и нам там все равно мы ничего строить здесь не будем. Поставим одну столовую сюда. Пусть она будет более-менее у центра. А, тут еще мы какие-то сторонения потом поставим. Перейти к карте мира. Что, они уже резнулись? А, ну да, я ж... Где-то машина, блин. Ладно, черт с ним. Иди. Дяденька, ты что тут? Ладно, проведай территорию. Территорию. Ух ты, блин, и у тебя сколько хп? 40. Ну, один раз ты можешь рискнуть своей шкуркой и... Получить из звездюлей, как говорится, да? Так, у тебя здесь все хорошо. Железо. Забирай последние две лекарства. Так, а ты у нас иди сюда, дружище. Проверишь тут территорию. Так, все у нас все... Да, все у нас использованы. Хорошо, отлично. Отлично. Так, медицину мы построили. Так, отсюда, значит, смотрите, что мы делаем. Это мы... уничтожаем, но не то уничтожаем, ставим на паузу, так что как нам это не надо. Пусть здесь одна женщина работает, даже можно, да, ну потому что сюда сейчас перейдет человечек. Я сейчас жду новых поселенцев, скоро надеюсь они придут, потому что у нас или тогда уже я построю один дом чисто так, чтобы он там улучшал наше, как говорится, блин, забыл слово. Ну, не важно. Это как вам?
Рождение детей, ёпта, нет. Забыл, это очень сложное слово. Демографическое, да. Так, вам подходит один из колонистов и сразу замечает огромный круг у него под глазом. Бедняга рассказывает вам о большой деревушке. Да пойду-ка отсюда, жители, которые умерли загадочной смертью всего за одну ночь. Недавно они были в твоей деревне, взяли оттуда кое-что. Сейчас его преследуют чудовищные кошмары, и он уверен, что дело в призраках. Несчастный житель твоей деревни, который требует внутри ему вещи. Отнести со скепсисом, успокоить здесь духов, у нас нет времени на этой шутки. Успокоить мятежных духов. По глазам мужчины вы понимаете, что дело серьезно, и решаете, что лучше ему поверить. Группа колонистов вместе с ним отправляется в путь. Прибыв в деревню, они обнаруживают ровно то, что рассказал им бедняга. Страдающий от кошмаров, деревня усеяна огромными скелетами, держащими в костяных руках очки, книги, металлические посуды. Такое впечатление, что люди умерли мгновенно и остались лежать там, где их застигла смерть. Мужчина подходит к одному из скелетов и демонстрирует чистое уважение. Кладет рядом с ним то, что забрал раньше. Позже уже в колонии он подходит к вам, рассыпаясь в благодарности, и дает несколько непонятных предметов. Ух ты, блин, 15 тканей и 11 деталей. Очень хорошо. Значит, все правильно сделали. Столовая завершена. Отлично. Фишка в том, что она производит 5, 10. А подожди. Подожди. А в чем прикол тогда? Одну деревяшку меньше использует. Ну и да, конечно, скорость производства будет гораздо выше. Так, овощной рацион здесь у нас идет что? Мясной рацион, овощной рацион. А мы здесь будем делать смешанный рацион. Смешанный рацион, вот. Здесь у нас идет мясной, да? Мясной рацион. Овощной рацион, он тут будет смешанный. Отлично. Карта готова. Поехали. Так, женщина. Я знаю, что ты бизи, но ты поехала дальше. Так. Можем рискнуть один раз. Повезло. 150 очков мы получили, он не взорвался, это радует. Потому что одна единица дает 20 урона, 2 единицы дают 40 урона, ну а 3 уже 60 за каждую погрешность, как говорится. Так, это в машинку, тебя в машинку, дружище. Машинку подгоняем куда-нибудь сюда. Ты проверяешь территорию. Тут откроется еще, конечно, блин. Ой, тут, конечно, ну тут еще осталось, ну ладно, машинка потом переедет сюда. Иди сюда. Ага. Так, что у тебя с хп? 40. Сколько ты заберешь за один раз? 37. Ну, давай рискнем. Замечательно. Супер. Супер. Хорошо. Так, все у нас использовали все ходы. Да, всех использовали все ходы использованы. Так, отлично. С медициной у нас хорошо. Все хорошо. С едой у нас все просто зашибись. Торгуем с... как говорится, общество, нет, общины, с общинами торгуем. Ну все, ждем, да, прибытие. После 12 часов рабочего дня язык даже не поворачивается, извиняюсь, друзья, этот каламбур. Прибытие каких-нибудь людей с нужными нам ресиками. Тут даже можем взять просто людей без всяких специалистов, чисто из-за того, чтобы они нам могли дать какие-нибудь семена. Если, конечно, не будут семена. В этом большой вопрос. Добывается. Тут ягоды закончились. Да, ну пошли что, я думаю, что уже все ягоды мы уже из... Тут уже вот еще есть. Отлично, так, ну. Добывается. Отлично. Не знаю, что они с рыбой сделали, но рыба добывается гораздо быстрее и объемнее. У нас никогда, сколько вот играл, вот не знаю, уже сколько только она вышла, уже второй сезон по большому счету, никогда столько рыбы не было. Тысячи рыбы, да это ж вообще писец. Это вообще, это как-то, я говорю, первый раз такая вот. Ладно, что у нас здесь, да, все, у нас ягоды закончились, да? Ягоды закончились, да, давайте проверим, пробежимся по всей территории. Так как у нас сразу подсветится, если там есть ягодки, они подсветятся сразу цветиком. Так, ни хера нет у нас, да? Ну ладно. Что ж поделать? Сделаем по-другому, ну. Пусть она здесь и стоит вот так.
Так как тут уже больше нечего у нас делать. Так, специалисты готовы к работе. Машина. Подожди, там машина стопе. Ну. Отлично. Ты вообще какой-то везучий чувак, вообще, я тебе скажу. Да в машину запрыгивай и поедем в машине сюда, за. Вот сюда, в эту сторону. Ой, блядь, надо было это взять. Ну ладно, хоть нет. А он как раз заценит эту тему. Оу, ты. Печально. Так, почти что мы скоро уже будем. Так, все. Так, машина у нас 3. Значит, идем 3 шага, и он так далеко будет ехать. Ну хорошо, ладно, допустим. Ну, не так далеко, а так близко. Далеко, блядь, вот. Албанец. Ну, никто не подгребает к нам, к сожалению. Так что это у нас пластмасса валяется здесь, почему? Так, а что я тут дорогу не провел? Это как, алё, что за фигня? Должна быть здесь мощная дорога. О. А здесь ничего работает, да, нет, значит, ничего работает. Собрана груда бетона. Где? Вот, переместить рабочую зону. Здесь у нас ничего нету. Вот. А тут что-то еще здесь было, да, вот сюда. Отлично. Что у тебя здесь? Все это добываешь, что здесь еще добываешь. Замечательно. Так, хорошо. Прибытие никого. Никакого прибытия уж еще у нас нету здесь, ну. Ждем. Коротом. О, вот. А только что вспомнил. Ну нету, блин, ну нам нужны люди. Ну нам нужны люди, потому что. Давайте возьмем мясо. Ну, блин, вроде бы нечего здесь вообще делать. Ну, да ладно, хер с ним возьмем. Ладно, возьмем, черт с ним. У нас есть пока что место. Извиняюсь, друзья, ничего тут. А, кстати, всех, друзья, с наступающим Старым Новым Годом, да, так что большое, так вот, почти что забыл про этого, сейчас только меня поздравили, вот я и вспомнил, блин, про Старый Новый Год, так что желаем вам счастья, здоровья и всех-всех благ, друзья, и чтоб, что вы пожелали, сбудется, и все у вас будет хорошо, и надеюсь, в будущем вы будете поддерживать так же само, да, конечно, вы будете, куда, как же вы иначе, вы же хорошие. Так, ладно, хорошие, нехорошие, но нам надо как-то убирать весь мусор, который у нас здесь сохранился. Так, что у нас здесь? У нас здесь металл, у нас здесь пластмасса, у нас здесь ядерные отходы, тут еще металл. Сколько у нас энергии? 36. Знаете что, друзья, мы можем еще поставить одну металлическую, металлодобывающую станцию. Так, химкомбинат пока что нам не нужен, так как у нас нету семян, а смысл просто тратить энергию впустую я не вижу никакого вообще, ни грамму. Так, сюда мы, как мы тут, где дорога здесь? Вот тут дорога, да? Вот так, да, пойдете? Я не знаю, или могу я проложить дорогу через пластмассу, сейчас проверим. Да, я могу проложить дорогу через пластмассу, отлично. Так как она потом рано или поздно все равно закончится, да? Ее не будет здесь. То бишь это металл, да? Металл. Отлично. Пластмассу можно, конечно, тоже. Ну, энергия упадет сразу. Сколько у нас оно потребляет энергии? Кажется, 12, если не ошибаюсь, да? Подожди, сейчас, друзья, посмотрим. Я не помню точно. Чтобы вам не соврать. 12 энергии, да, 12, 20, 24. Ну, можно, конечно, еще пластмасс. Но с пластмассой у нас какие-то проблем пока что нету никаких. Лучше, ну, с бетоном тоже. Лучше еще одну металлическую. Металлодобывающую станцию поставить. Которая у нас здесь, кстати, где у нас? Тут бетон. Тут то. А где у нас металл добывался где-то еще? У нас стояла станция по добыче металла. То бишь, она на две кучи распределялась. Так, тут бетон. И где ж? Так, пластмасса. Пластмасса еще добывается. Значит, где-то здесь должен быть еще и металл. А, вот металл. Вот второй металл еще, да? Добывается здесь. Сразу дорогу протянем сюда. Я все-таки надеюсь, что в будущем они еще добавят систему
передвижение по вот этим дорогам с каким-то транспортом, так как мы развиваемся довольно-таки мощно, и то бишь довольно обширно, да? Это все находится довольно-таки на больших дистанциях, и ходить им пешкодралом такую даль, ну, блин, довольно-таки времязатратная система, так что не знаю, блин. Ну да ладно, это мелочи жизни, да, как говорится. О, еще тут можно залететь, да? Давай сюда иди. Сколько здесь фруктов? 40. Не буду я пока что высаживать людей. Женщина сейчас все сбросит. Ой, блин, сколько тут всяких всячин. Так, ну, и у тебя повезет? Да, 3 раза повезло. И не шандарахнул его. Это радует. Это радует. Так, что это такое? Источник нужен новый. Нажимаем букву С. Возвращаемся обратно. Переместить рабочую зону. Так, сейчас тут что-то у нас... К вашим что? К вашим воротам подошел ребенок. О, баньки. Дать, конечно, зерно. Спасибо тебе, ребеночек. Конечно, да, возьми зерно. У нас есть зерно, друзья. У нас есть зерно, с чем я вас и поздравляю. Картошечки у нас. Сколько картошечки у нас? Картошечки дофига, да? Картошечки очень много. Значит, это урожай 135. Этот собрать. И потом дальше мы ставим пшеницу. Ни в коем случае, друзья, когда вы будете кликать, например, на мясо, не кликайте, сразу игра фризится, и все, и пиздец, и ничего не будет работать. Извиняюсь за мой французский. Я так пытался пару раз переместить рабочую зону. Вот сюда. Ну, ягод больше нету, да, походу. Переместить рабочую зону, я уже тут все пролазил, перелазил. Вроде бы ничего не вижу нигде. Так, смотрите, экстрактор металла завершено. Ну, значит, так делаем. Просто, опять же, увеличиваем до максимума. Если какие-то будут ресурсы валяться здесь, пусть они отсюда и забирают. Так, хорошо, все работают, все отлично, все замечательно. Экстрактор завершено. Так, что у нас с энергией? 24 с энергией. Так, отлично. Экстрактор работает. Супер. Замечательно. Офигенно. Хорошо. Так, 61 инструмент, у нас все вообще довольно-таки неплохо, друзья. И бензинчик у нас есть, и все остальное у нас есть. Перейти на карте мира. Машинка, хорошо, жди машинка. А почему женщина? А, женщина у нас отдыхает в связи с тем, что у нее... Так, короче, посылаем чувачка сюда. Его надо, его подпрохилить надо. Иди сюда. Ах, 25 ты забираешь, да, жопа? Ну ладно. Ладно, 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 как скажешь. Что здесь? Детали 42. Вообще-то, по идее, что у нас здесь с хпшеками? Нормально у них все? Давайте все-таки их сюда тормознем, ломанем их сюда. 2 движения, да, по идее, сейчас могу высадить людей. Ой, ё-моё. Ну да, сейчас я израсходовал последние очки и не могу передвигать твои... Ну, высадить человечка. Отлично. Так, что с кухонкой? Кухонка работает, ожидает рабочего. Вот их целых 3 штуки, они ожидают рабочего. Вы еще издеваетесь над нами. Так, мясной рацион 150, овощной рацион 279. Смешанный рацион 25. Вот смешанный рацион... А, ну смешанный рацион мы производим, да, здесь, да. Хорошо, отлично. Собран весь ресурс вместе металл. Вот и все. Это можем сносить. Уничтожить. Походу у нас нету здесь больше, да? А, кстати, давайте проверим. Кстати, проверю я еще раз. Это точно станция приема лома. Сейчас пробежимся по всей карте. Они сразу нам подсветят, если вдруг у нас что-то есть. Который, может быть, я что-то пропустил. Может быть, как говорится... Тут пластмасска. Вот, я говорил, что где-то что-то где-то пропустил, скорее всего. Ладно, ставь сюда. Склад заполнен. Да то у тебя есть там еще целая куча складов, дружище. Ну что ж ты мне тут паришь мозг. С металлом. Так, с металлом можно еще одну... Один экскаватор еще построить. Чтобы у нас, ну... Ну, нормально добывалась металлическая руда. Не руда, а это металл. Так, где там у нас дорога? Вот так, значит, получается, у нас останется 12 очков энергии. Хорошо, это мы поменяем здесь. Так, у нас опять же полный склад, ну ё-моё. Ладно, строим еще один склад тогда.
Потому что я не понимаю, почему они несут сюда все. У тебя же тут же еще целое. 38% только здесь. Тут еще 26%. Почему здесь. Подожди, возможно, ресурсы. Сейчас посмотрим. Возможно, ресурсы. А, вот в чем прикол. Они не могут сохранять эти ресурсы там. Ну, ладно, ставим тогда. 1, 2 и 3. Как раз хватит на 3 склада. Мужчина умоляет спасти его брата. Морковочка, ну конечно, дружище. К вашим воротам подходит двое мужчин. Один из них практически повис на другом. Он еле идет, ему совершенно точно очень плохо. Нам нужно лекарство, пожалуйста, помогите. Долго он не протянет. Он угодил в ловушку и, кажется, делал совсем худо. В отчаянии кричит вам один из мужчин, не давая своему спутнику упасть. Конечно, пожалуйста, дружище. У нас все дофигища. И морковочка у нас есть, да, сейчас. И сейчас тогда мы посадим, высадим еще одно поле. Сколько у нас человек? 10, да? А, у нас еще надо пекарню еще построить. Большое поле. Так, что здесь будет? Так, а сюда мы морковочку высадим, да? Хорошо. Так, значит так, нам надо построить пекарню. Пекарня, пекарня, ты где? А, что ж ты, там еще надо в пекарню здесь сказать надо. Пекарня. Она довольно-таки много места не занимает. Она как раз сюда залезет. По идее, должна залезть, да? Да. Отлично. Блин, даже не... Жопа. Ну ладно, допустим, сюда могу я засунуть? Нихера. А сюда? Отлично. Вот сюда пекарня. Потому что пока что одной пекарни нам достаточно будет. И нам нужно мельницу. Одну, поставим тоже одну мельницу, вот сюда, скорее всего, нам залезть, да, отлично, просто все шикарно. Даже вот так поставим ее, чтобы она по фэншую была у нас, вот, супер. Так, специалисты готовы к работе. Так, машинка у нас готова, так, чувачок, ты где? А, женщина, ты оставайся, я тебя потом в машину посажу, и ты пойдешь дальше. Поедешь, вернее, дальше. Так, ты забери фрукты. Вы, пацаны, конечно, рискните здоровьем. 8. Тоже повезло пацанам. Ну, единственное, то, что еще женщина просрет ход. Ну вот, еще. Я тоже надеюсь, что нет пофикса, чтобы не использовать сразу все очки и действия, чтобы выйти только из машин, друзья. Это несерьезно. Согласитесь. Так, хорошо. Закончен строение 2. Кажется, она не требовала никакой энергии. Вот, значит, мельница не уверен. Не, мельница тоже не должна, по идее, требовать никакой энергии, потому что она работает из-за сил ветра, да, как говорится. Ну, сейчас проверим. Так, 3000. Ой-ой, сколько у нас еды, блядь. Это тараканов целая куря, хуево туча. Экстрактор металла завершено. Замечательно. Так, у нас остается 12 энергии. Довольно-таки неплохо, неплохо. Мы разогнались, друзья, с вами. Идем сюда. Так, закончено строение. Мельница, что тебе надо? Муку. Ну, это мы это сделаем. Так, что здесь? Она, да, энергии не требует. Это тоже пока что пусть стоит. Сюда мы сажаем морковочку. Морковочку. Потому что одного поля с пшеницей будет больше, чем достаточно. Поверьте мне, друзья. Блин, это вот тупо как-то не по фэншуй говорится, да? Ну ладно, это не будем придираться к этому делу. Да не раздражает. Не бесит. Не хочу, не люблю я такого вот. Мне надо, чтобы было все как полагается. Где наша, блин? Что-то пролистало. Большое поле. Вот так, отлично. Жди. Я не помню, какая там машина была. Двухместная, одноместная. Ну, бандюганы, это вообще меня не интересует. Потом вы вернетесь на так. Ну, надеюсь, что мы сможем нормально собрать. 20, почему только 20 сняла? Да ладно, у него тут же 2. Ну ладно. Блин, опасно. Опасно. Да подожди, друзья. Значит, что делаем? Сохранимся.
Не хочу просто терять ее ход. Отлично. Супер просто, все супер. Так, идем смотрим, что у нас тут, у нас сколько мест. Трехместная машина. Нету смысла мне пока что. Так, что здесь? Почему здесь такая вот некрасивая фишка? Хорошо, берем это. Это тоже берем. Как это специалист готовый? Это еще женщина, которая у меня там стоит. Так, у нас 6 человек, да? Тут 2, 2, 2. И сюда мы поставим двоих, и будет все нормально. Так, что по торговле? Может быть, что-нибудь новое появилось у нас? Нет, мы все равно торгуем. Сможем смотреть, друзья. 400 очков. Ну, у нас достаточно, как уже много очков? 529, да? Сейчас мы еще получим 173 очка от Бенедикт. И 200 с лишним. 256 с максимус, да? Довольно-таки у нас будет около 1000 уже, да? Довольно-таки неплохо. Так, хорошо, отлично. Инфекция колонии Лукас. Но это не проблема. У нас целая бригада больных. Больниц, блядь, больных. Так, хорошо. Добавляем человечка сюда. Дальше мы сажаем морковочку сюда. Потому что могут идти и попросить морковочку. Всякое разное могут попросить. За какие-то очень такие ценные и редкие ресурсы, как говорится. Так, а ты что здесь стоишь? Переместить рабочую зону. Работайте здесь, вот, дамы и господа. Что у нас здесь с местом? 190, значит, я понял, строим мы склад-хранилище для химии. Ой, химии, блин. Отходов ядерных. Ядерных отходов. Отходов. Так, карта мира. Собрал доски. Собрал. Иди за куртками. Не, иди в машину, дружище, все-таки. Ты иди открой территорию последнюю, которая здесь находится у нас. Ой-ой-ой, тут три, не-не, мы туда не полезем. Так, все в машину, пацаны. В машину, все в машину. Ай-яй-яй, блядь, я же это не открыл, дурень. И тут еще лекарства остались. Ладно, черт с ним. Заберем пацана. И потом уже ломанемся обратно сюда и... Все будет чики-пуки. Если что, надо будет вернуться за лесами, это не проблема. У нас 61 инструмент, 160 курток. Ой, одежда 160. Один здесь, один хорошо. Так, так, один инструмент, все это нормально. Так, 4 носильщика. Нам пока что по большому счету они не нужны, потому что все здесь у нас почти что убрано, да? Да, тут все добывается. Добывается. Отлично. Можно, конечно, переместить рабочую зону, что-то здесь им поставить вот сюда, например, доски притащить, да? А у нас еще есть, да, один. Переместить рабочую зону. Посмотрим, что у нас здесь еще, может быть, что-то завалялось с таким макаром каким-нибудь. То, что мы забыли тут забрать, собрать. Так, ага, пластмасса уже закончилась, ясно. Вот, например, видите, у нас здесь есть няшные фишки. Это уничтожаем. У нас пластмасса была где-то здесь рядом. Вот она. Я даже не знаю. Нет, давай, пока что нам не надо. Зачем нам это делать? Я уже так поставил. У нас с металлом пока что никаких проблем нет. То есть нам надо будет дополнительную скважину для этого дела приобретем. Это вообще... Ну, то бишь, раскопаем и поставим. Значит, надо найти, куда я поставил металлическую шнягу, которая металл добывает. Что-то я не могу вспомнить. Где-то, наверное, в этом конце, да? Хм. Странно. А, вот она. Даже, знаете что, друзья? Даже это мы уничтожим. Сделаем вот такую фишку. Нам сюда добавим по одному человеку. У нас 7 человек, да? Сюда, сюда. И одного сюда. Отлично. Пусть работает здесь. Пока что они нам нужны здесь. Ну, то бишь добывать металл. У нас есть где добывать. Так, смотри, что мы делаем. Мы делаем... Так, женщина, сиди. Дяденька, ты иди в машину. Где машина? Куда ты машину делала? Вот она.
Это чувачок идет в машину, так как и надо, так и так все равно мы профукаем это все дело. Да, не дают, видите, выйти из машины. Ну ладно, чёрт с ним. Отлично. Так, хорошо. Пекарня есть. У нас сейчас скоро у нас зайдет уже пшеница. А, она еще только высаживается. Ах ты морда. Хранилище ядерных отходов строительство завершено. Так, что у тебя здесь? Переместить рабочую зону. Ну, работай здесь. У нас досок просто немерено. Нет. Вот здесь, сюда иди. Вот так, вот так. Отлично. Что у тебя здесь? Так, лесничий, ты тут вообще работаешь? Сколько у тебя тут? 96%. Почему так мало? Принесите рабочую зону. 100%, отлично. Странствующий торговец. Это что такое? Принять предложение. Берем. Что это такое? Кукуруза? Так, 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 я что-то не понял, что это за новое растение? Соевые бобы? Ну ладно, давай посадим. Не, ну зачем пока что? Ну пусть они здесь у нас... Может, какую-нибудь маленькую поставить? Ну не, нет смысла. Ух ты, смотри, как тут растут они. Выращивается. Выращивается, отлично. Так, что здесь? Что у вас тут? Где-то что-то закончилось. Переместить рабочую зону. Окей. Никак, да, говоришь? Так, что у вас с хпшками? Довольно-таки неплохо с хпшками у вас. Блин, ты выйди из машины. Отлично, так, что дальше, что дальше, что дальше? Да, дяденька в машину идет. И ты куда поедешь? Давай поедь сюда. Ты можешь еще вылезти из автомобиля? Нет, ты не можешь вылезти из автомобиля. Хорошо, ладно, допустим. Женщину пока что мы оставим там, пусть она тусуется. Так, тут ждем ресики, ждем ресики. Отлично, специалисты это закрываем. Тут уже у нас 199, ну ясно. А если мы уничтожим хранилище, что случится? Будет ядерный отход... Не, лучше не будем. Потому что вдруг они пригодятся еще у кого-то, не знаю... Но я думаю, что опять следующий обдома, когда выйдет, она уже, опять же, не будет работать, как и предыдущая. А это, наверное, скользко где-то случится где-то через месяц, скорее всего. Потому что где-то так выпускает обновление. Раз в месяц. Такс, дальше. Дальше, дальше, дальше. Хорошо, поработаем еще чуть-чуть, и будем уже завязывать, как говорится. Так, это мы тут занимаемся. Хорошо, 102. Рыбку ловит, все, чики-пуки, все отлично. Вот это бы, блин... Что здесь растет у нас? Картошка, ладно, пусть она растет пока что. Потом мы это поменяем и все изменим здесь. Так, а что здесь? Я могу дорогу еще протянуть? Подожди, подорогу сейчас проверим. Странно. Ну ладно. Специалист готов к работе. Хорошо. Ладно, высылаем. Так, машина вылази. Так, взорвался. Открывай карту. Металл. Так, этот не взорвался. Это радует. Ты, чувак, тоже не взорвался. Замечательно. Все. Все.
Эта женщина пусть тусуется пока что там. Они вообще, короче, делаем так. Сейчас мы ее сажаем в автомобиль. У нас тут заправлен. Пусть один человек сидит, это не проблема. И вышли мы ее куда-нибудь вот сюда. Например. Тут у нас довольно-таки много карт не открыто. То бишь довольно-таки обширная территория. Она в машине ехала? Да, она в машине ехала, хорошо. Отлично. Морковка довольно быстро растет, как что вам сказать, друзья. Ну так, вот, друзья, вот такие вот дела. Так что, друзья, я думаю, на сегодня мы закончим прохождение этого видосика. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, оставляйте комментарии. Спасибо вам большое за то, что вы оставляете комментики, советуете, подсказываете, в чем-то меня осуждаете, может быть, так даже сказать, да? Ну, не осуждайте, вернее, мне, ну, критизируете, потому что, ну... Из-за этого, то, что я слишком быстро разговариваю, ну, и, конечно, как-то, когда я разговариваю сам, это как-то не фиксируется, да, но когда вы говорите, то, конечно, я начинаю уделять этому внимание. Надеюсь, в этот раз получилось получше, не так уж быстро разговаривал, хоть я старался. Так, работорговцы, блин, ладно, подожди, сейчас мы... У ваших ворот встал впечатляющий размер колонна хорошо вооруженных бандитов. Пара погонщиков выскакивает из грузовика, несколько пленных, а предводитель шайки обращается к вам. Эй, ты там, за воротами, ты, бля, педрила, чё ты вообще, на как-то чепшел, на меня ещё разговариваешь вообще? Охуел вообще. А ну чеши сюда, говорить будем. У меня тут новая партия работников, так как и рвутся взяться за любое дело, и цена разумная. Короче, выберем три сразу. Потому что мяса у нас достаточно. Мясо, сколько у нас мяса? Дичь, ой, много дичи, нормально. Три колониста забрали. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты, такая вот, да? Вот ты даже вот так говоришь, да? Мне хочешь... Тебе домов не хватает, да? Коммунальное жилье. Ладно, поставьте еще одно коммунальное жилье. И как-то так не рассчитал. Странно. Ладно, тут три. Тут два. Три, три, три. Так что да, опять же, друзья. Большое спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайкосик, подписочки. И, конечно, желаю вам в старом новом году, как говорится, старый Новый год, да, как сегодня, как говорится, уже празднуемся. Желаю успехов, счастья, добра и всего-всего, что пожелаете, друзья. А на этом все мы закончим, друзья. Всего доброго, как говорится. Пока-пока.